течение 3 дней ученики посещали лекции и мастер-классы экспертов. Взрослые учили школьников актерскому мастерству, ораторскому искусству, умению работать в команде и эффективной работе в СМИ. Самое главное, здесь они приобретают большое такое стремление и приезжают отсюда с горящими глазами, хотят творить, хотят создавать, хотят реализовывать новые проекты. Не время отдыхать, нужно выжимать из этого форума по максимуму, общаться, обмениваться контактами, узнавать что-то новое, создавать, творить. На слете ребята не только учились, но и выбирали лидеров, которые представят на Кубани общероссийское движение школьников по 4 направлениям. В итоге победителями предвыборной гонки стали ученики из Кавказского района, Краснодара, Геленджика и Армавира. Теперь они вместе с своими помощниками будут воплощать в жизнь идеи и проекты, которые создали на слете.